1994 год. В фойе Театра музыкальной комедии состоялось торжественное открытие барельефа создателю театра Евгению Лукичу Пеличуку. На митинг собрались представители культурной и театральной общественности города и коллектив Театра музыкальной комедии. Автор барельефа, скульптор Жоубасар Калиев, более года работал над образом человека, создавшего в начале 70-х единственной республики Театр музыкальной комедии. Идея увековечить имя первого директора исходила от коллектива театра и его главного режиссера и художественного руководителя Виталия Матросова. А вы не были знакомы с Евгением Пеличуком? С Евгением Лукичем я, конечно, не был знаком, потому что я пришел в театр как раз в 94-м году. И, то есть, как бы, его уже на тот момент, как бы, то есть, уже и не было. И, ну, личного знакомства, конечно, не было. Кто руководил театром в момент? А в тот момент руководил театром Матросов Виталий Леонидович, то есть, в принципе. И это вот мой первый директор, когда я пришел в этот театр. Ну, а с Евгением Лукичем Пеличуком, конечно, то есть, связана вся история театра. Связаны все эпохальные события, которые были. То есть, сейчас как байки передаются, иногда многие такие вот истории связаны с его характером. То есть, это было, несмотря на то, что это был крупный, хороший организатор внутри, то есть, это все был очень добрый и такой человечный человек. Даже вот рассказывают случаи, наши ветераны, артист не пришел на спектакль, это было в городе Чимкенте, ну не пришел. И быстро поменяли, там истерика, то есть ввели артиста, спектакль отработали, а потом, значит, на следующий день собрание тогда, все с местком, как положено, все, почему не было. Ну, выясняется, что он из гостиницы шел, а в том городе в бочках продавали очень дешевое яблочное вино. И вот он, в принципе, шел, на копейки стул, там стакан, и до половины дороги не дошел и упал. Упал и не поднялся. Вот причина, то есть, ну, это был дичайший случай, вообще там нужно было применять, вплоть до увольнения, все. А я еще раз подчеркиваю, как бы вот, казалось бы, как руководитель должен был принять какие-то санкции. И вот он, а это вспоминает даже какой-то даже такой веселый, такой вот налет даже придает этому случаю. Вот собрание идет, все там кричат, выступают, в принципе, там требуют наказать, все. Последнее решение за Евгением Лукичем. Евгением Лукичем Пеличуком, за директором. Вот он встает, думает. А актер, естественно, сидит, голову поник, ну все, судьба его решается. Он говорит, а кто был свидетелем, что он и мы там встали? Вот, мы шли, он там лежал. Думает, говорит, а какое положение тела у него было? Он говорит, как? Прямо вот лежал лицом вниз. Он говорит, хорошо. А головой куда и ногами он смотрел? Он говорит, как это? Вот он прям лежал, как шел в театр, и вот так вот лежал. То есть головой же лежал по направлению дороги. Да, он говорит, вот видите, сложно, говорит, принять решение по этому человеку. Он в таком состоянии стремился на работу.